В Боливии перевернулся автобус с иностранными туристами. Жертвами ДТП стали 10 человек. Вдвое больше получили различные травмы. Среди погибших и раненых граждане Австралии, Германии, Италии, Канады, Перу, Чили и Швейцарии. Авария произошла в департаменте Оруру. Туристический автобус возвращался с Солончака Уюни. Это одна из главных достопримечательностей страны. Причины случившегося устанавливают.